После опять одно и то же. Винтовку нам дали. Теперь мы догадались, откуда лук доставать. Наверное, винтовку тоже оттуда же нужно достать. Шаг влево, шаг вправо в этой игре. Расстрел. Это вам не Skyrim. Это гораздо хуже. У нас так дежавю разобьется. Мы провалили это задание честно. Честно, благородно. Они нам его подсовывают. То же самое. Мы подумали, что шелохотится теперь, на медведя пойдем. А это банк грабить или поезд. Ну нифига. Опять та же банда. Опять кому-то там по морде дадут. К чему это неоправданное насилие? Да, убил. И надеюсь, что скоро это вот как все закончилось. Так все и произойдет. Босс. Сейчас на них вампиры нападут. Скайримовские. И все кончится хорошо. Все бандиты передохнут. Остановимся здесь. Бум. Ну давай уже. Отправляйся на разведку с мистером Морганом. Ну. Ну, все, пошли. Разведку. Как? Сюда? Сюда. Пропустить. Ладно, пойдем навести наших партнеров. Называемых пресловутых. Так. Оружие. Так. Лошадь. О, сволочь. А кто мог догадаться, что они сюда в седло засунут что-то еще? Я подумал, это седло снимать. Так, обычно, необычно. О. Пошли. И чего, куда? Похоже, легче всего пойдет, как ты сказал, вместе эта роскошь, которую мы не только... Не был уверен. Артур, неужто ты совсем во мне? Сейчас нам надо добыть и убраться. Подождать. Хорошо. Там и без того хватает этих подонков. Пойдем. Пойдем. Очаровательная игрушка. Очаровательная. На чёрт это кино смотреть? Как в Скайриме. Когда на повозке вначале едут, никак это не прервать. Пока голову не отсекут. Может, я пойду вперед, тебе они хотят прикончить вверх. Ничего у них нет, но если учесть, как нам тихо, давай сначала спустимся. Следуй за мной, идем к тому зданию. К какому зданию? К тому. К тому. Зданию. Пригнись. Удерживайте так, чтобы открыть селектор оружия. Выберите оружие с помощью, а затем отпустите так. Отпустили. Тык-тык-тык. Так-так-так. А чё он не стреляет? А это наш человек, что ли? Почему прицел? Они... Дядь Вадик. Ага. Дядь – это Вадик, контрольная точка. Держу тебе рядом с трупом. Что-то отрицать обратно, двигаемся туда, в качель. Нужно было еще трупы обыскать. Знаешь, что он будет мстить? Но мы будем держаться на шаг впереди. Мы всегда должны знать это, того, больше такое чего-то. 6 головорезов. Видишь того парня, он же вроде из лагеря. Я им займусь. Ладно, тогда хорошо. Догоните и набросьте бандитова СО. Так, чтобы открыть селектор. О. И где он? Ля-ля-ля. Удерживайте, чтобы приготовить лосо. Ну это нам не справится. Это уж без нас как-нибудь. Отпустить. Отпустить. Так. Не бросайте меня. Успокойтесь, мистер. Чтобы приготовить машину и направить его на... Весолюсь. Алло, бандит погиб. Перед контрольная полочка. А что, его надо было живьем брать? Ой. Так. Что у нас там? Там зажать. Регион. Оп. Удерживайте, чтобы приготовить лассо и направить его на бандита. Мы уже справились. Это что? Ну и что? Ничего делать с ним. Сложность. Именно идиотская игра. Так. Ограбить. Это не грабеж, а обыск. Взять. Сейчас к сетлу привяжем. Так. Положить. Б. Б. А, нет. Погрузить. Р. Вообще-то это симпатично, конечно, все. Но... сесть на лошадь. Ля-ля-ля. Туда, где вы со мной сделали то, что я тебе не понравится. Так что прибить эти силы не надо. Сейчас еще волки нападут. Отлично, охота придется ехать. За венами и косулями. Лошадь убежит, если не привязать. Привязать лошадь. Еще надо зажимать. Не нажимать, а зажимать. Так. Снять тиран. Тиран. Лошадь груз достать с лошади. Магазинный карабин. Нашел этого засранца. Очень хорошо. Зачем же резать веревки? Надеюсь, тебе понравится. Так. Пропустить. Незачем от насилия. Так, задание выполнено. Удерживайте F1, чтобы узнать подробности. Ладно. Оптимистической ночи мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Так. F. Нет. Что мы нажали? Это Б мы нажали. Угу. Айчник. Нет. Нет. Что такое? Жевательный табак. Ух ты, позорная труба, что ли? Оружейное масло. Сигаретные карточки. Коллекция сигаретных карточек, знаменитые американцы.